Всем привет, с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю лимонный бисквит. Лимонные бисквиты получаются очень вкусные, нежные, ароматные, яркие, отлично подойдут как выпечка к чаю на скорую руку, либо в качестве рождественского кекса. Лимонный бисквит – это отличная основа для приготовления лимонного пирога, стоит только его посыпать сахарной пудрой, либо полить глазурью. Или лимонного торта. Кстати, недавно я готовила лимонный торт, ссылку на этот рецепт я вам оставлю в описании под видео, так же как и точное количество ингредиентов для приготовления нашего лимонного пирога. 5 яиц разделяю на желтки и белки. Тесто замешивается очень быстро, поэтому духовку можно поставить уже разогреваться. Отделять нужно очень осторожно, чтобы ни одна капелька желтков не попала в белки. Емкость и венчики должны быть обезжиренными и сухими. Начинаем взбивать белки миксером. После образовавшейся пены добавляем 160 грамм сахара и продолжаем взбивать до густой устойчивой пены. У меня этот процесс обычно занимает 5-6 минут. И когда белки взбились, начинаем по одному добавлять желтки и продолжаем взбивать. Затем просеиваем 160 грамм муки. И все хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой. Миксер нам больше не понадобится. Снимаем цедру одного лимона. Нам нужна только желтая часть. И выдавливаем сок одного лимона. Добавляем в тесто цедру лимона и сок лимона и 30 грамм растопленного и остывшего сливочного масла. Все перемешиваем до однородности всех ингредиентов. Вот такая по консистенции должна у вас получиться масса. Я установила кондитерское кольцо на диаметр 18 сантиметров, смазала его сливочным маслом и выкладываю тесто в форму. Смотрите еще больше рецептов на моем канале и подписывайтесь на мой канал. Ставим упекаться лимонный бисквит в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. После 30 минут приготовления проверьте деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Все духовки пекут по-разному, поэтому проверяйте. У меня бисквит запекался 40 минут. Я оставляю его остывать. Выключенные духовки с приоткрытой дверцей. Лимонный пирог остыл, я достаю его из формы. Смотрите, какой пышный, красивый, высокий получается бисквит. И все это за счет взбитых белков, без всяких разрыхлителей, без соды. Такие бисквиты получаются очень вкусные, хорошо держат форму. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем желаю отличного настроения, приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.